Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Камарачи, это Desert PV сервер. У нас прошло два круга КХ, я на втором немножечко, так сказать, отсутствовал, половину, грубо говоря, КХ отсутствовал, а один круг выполнил полностью. И давайте же я сохранил коробки, откроем, посмотрим, как вообще нам повезет, не повезет. Я рассчитываю на много спасенок. Давайте будем вот так по два открывать. Со второго этапа всегда выпадает еще коробка с картами. Так, ножи, ножи это хорошо. Монетки. Щиты. Щиты не очень такая штука. Я бы сказал, офигительная и нужная, но... Так как здесь ресурсы... О, ребята, 16 спасенок. Офигеть. Это круто. 16 спасенок. Еще хочу спасенок. Ножи так и остались. Так, еще мешок с укрытием у нас добавился. О, ребята, еще печать души. Отлично. КХ действительно удалось. Прям вот действительно хорошая КХ, мне нравится. Если б я еще на фулке смог бы пройти. Но, увы, домашние дела и все остальное не дали мне реализовать КХ в два круга в полной мере. Зато и этого, я думаю, в принципе, достаточно. Два, ребята, 24! Офигеть! Офигеть! Вот это да! Не, ну вот это, конечно, вообще везуха, не знаю, может быть кому-то 26-24, блин, вообще просто кайф. Не знаю, падало ли кому-нибудь вот прям вот, вот так вот, но мне, гляньте, и последний, давай. Ах, монетки, ну ладно. Ну, смотрите, дорогие друзья, полтора круга КХ, мы с вами имеем такой вот результат, по-моему, очень даже неплохой, мне прям нравится. Поэтому оставайтесь со мной, заходите на сервер Desert PV, играйте. Как видите, удача сопутствует. Всем до скорых встреч. Пока-пока.